Выполнение Минских соглашений невозможно без миротворческой миссии ООН. Эту позицию Украины поддерживают Германия и Франция, сообщил президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с канцлером Ангелой Меркель и президентом Эммануэлем Макроном. На переговорах обсудили обострение ситуации на Донбассе, санкции против России, строительство Северного потока-2. Больше знает наш корреспондент Ольга Михалюк, которая находится в немецком Аахене. Встреча федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко проходила в первой половине дня в Аахенской ратуше, здании городского управления. Петр Порошенко на переговоры приехал первым. Одна из основных тем – это развертывание миротворческой миссии по всей линии конфликта на востоке Украины. Мы четко наголошуем, что россияне... Мы подчеркиваем, что россияне должны поддержать проект резолюции, где была бы четко имплементирована дорожная карта с учетом минских договоренностей и с учетом миротворцев. И это должно быть включено в решение Совета Безопасности ООН. Это для нас абсолютно ключевая позиция. Усиление санкций против России за проведение выборов президента в аннексированном Крыму, а также угроза строительства магистрального газопровода «Северный поток-2» в обход Украины – эти темы также были на повестке дня. Мы знаем, что для решения международных конфликтов часто требуется много времени. Но мы и в дальнейшем будем прилагать усилия, чтобы обеспечить суверенитет и территориальную целостность Украины. По словам федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, трехсторонняя встреча – это не нормандский формат. Однако президент России в Аахен не был приглашен. Когда соберется четверка, неизвестно. Отсутствие Владимира Путина позволило сторонам обговорить проведение реформ в Украине, а также выполнение минских договоренностей. Международные партнеры уверили Петра Порошенко в всецелой поддержке Украины. Очень тщательно обсудили политику санкций. Санкции должны быть продолжены и внедрены новые дополнительные санкции. Особенно для тех, кто участвовал в организации и проведении выборов в Крыму. Незаконных выборов президента Российской Федерации. О чем свидетельствует ряд авторитетных международных организаций и Украина. Поводом ко встрече в Аахене стало вручение премии Карла Великого президенту Франции Эммануэлю Макрону за его видение новой Европы. Ольга Михалюк, Дмитрий Борщ, UATV.